Здравствуйте! В эфире нашего телеканала информационно-развлекательная программа «Калейдоскоп». Мы поздравляем телезрителей с началом зимы и обещаем, что наши программы в декабре подарят вам волшебное праздничное настроение, которое так необходимо в канун самого чудесного праздника. В этом году в нашем городе впервые состоялся международный фестиваль спектаклей о любви, свидания на театральной. О том, как он проходил и чем завершился, расскажем в следующем сюжете. Идея создания фестиваля, посвященного спектаклям о любви, в Рязанском областном театре драмы витала уже давно, а именно с 2008 года. Подобную тему выбрали не случайно. Во-первых, организаторам показалось странным, что фестиваля, посвященного любви, пока еще нет ни в России, ни, по всей видимости, в мире. А тем временем практически в каждом спектакле эта тема так или иначе звучит. Другая история, что... Как нам показалось, и вот почему называется наш фестиваль «Свидание на театральной». Театралка у нас такое место встречи влюбленных, давно известно. И тоже мы считаем некую свою заслугу, и то, что это место встречи, да, то есть понятно, что есть здание, но люди ходят в театр, люди влюбляются в театре, влюбленные ходят в театре, потом с семьей приходят. Нам кажется, что в этом что-то есть. Поэтому возникла идея спектакля о любви. Так что руководство театра сделало максимум для того, чтобы все-таки дать этому театральному фестивалю жизнь. В итоге 21 ноября он открылся пресс-конференцией, в которой приняли участие и организаторы фестиваля, и его участники, и члены жюри. Я чертовски рад, невероятно рад, что в Рязани наконец-то появился свой фестиваль. Я убежден, зная напористость, зная характер этого человека, что фестиваль будет жить долго, может быть, очень долго. Я убежден, поглядел только сейчас афишу этого фестиваля, по телефону мы разговаривали. Это все интересные коллективы театральные. И мне кажется, что зритель в самом деле встретится с праздником, настоящим театральным праздником, которую я желаю зрителю, театру и желаю себе. Несмотря на то, что организаторы боялись недостатков желающих поучаствовать, заявок было прислано огромное количество. Так что в период с 21 по 27 ноября рязанские зрители смогли увидеть на сцене театра драмы спектакли именитых театральных коллективов из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Костромы, Таганрога, а также из Казахстана, Германии и Сербии. Театралы из Белграда представили свою версию знаменитых братьев Карамазовых Достоевского. И, конечно же, главное место в постановке они отвели любви и жарким страстям. В нашем спектакле классика о любви, ведь это грандиозное дело Достоевского. И этих 90 минут говорят только о Федору, три сына и Грушеньке и Катарине. Это любовь фамилии, которая такая, как Достоевский писал три тома, будет, мы это знаем от зрителей, будет на радость зрителей, русские зрители имеют огромное знание литературы, но и мы в Югославии, теперь в Сербии, начали свое обращение на русский классик. Спектакль проходил на сербском языке, и хотя многое было понятно без перевода, сопровождался он субтитрами, которые зрители могли прочитать на экранах по бокам сцены. Режиссер Владимир Лазич в своей постановке обошелся минимумом декораций, зато использовал кинематографические вставки. После диалогов персонажей на заднем плане вдруг возникало видео, в котором отображались пороки главных действующих лиц. Спектакль имел огромный успех, однако первое место заняла постановка «Ромео и Джульетта» театра, приехавшего к нам из Казахстана. Я скажу откровенно, я этот спектакль не совсем принял.
Для меня он слишком молодежный, слишком такая вольная трактовка Шекспира. Я, наверное, больше такой консерватор в душе в своей. Спектакль, который очень понравился молодому поколению нашему. У нас очень много отзывов именно подростков, прям восторженных отзывов. И критики очень сильно разошлись во мнениях. Но в результате все согласились, что спектакль новаторский, спектакль действительно достойный того, чтобы назвать его лучшим. И я рад, что так состоялось. И даже рад, что мое мнение не совпало с мнением критики. Кстати, в этом году наш Рязанский театр драмы в фестивале не принимал участия. В следующий же раз они решили показать одну из своих постановок, но вне конкурса. Что ж, будем с нетерпением ждать следующего года и следующего фестиваля. Свидание на Театральной. Если вы заглянете в календарь памятных дат 2016 года, то обнаружите, что именно в этом году празднуется 700-летие рубля. В честь этого события в Рязанском Кремле открылась выставка, рассказывающая о довольно сложной истории исконно русской валюты. Где родился, там и пригодился. Вот уже на протяжении 700 лет рубль является основной и, самое главное, исконно русской валютой. В честь юбилея сотрудники Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника предлагают познакомиться с частью своей нумизматической коллекции, которая насчитывает более 20 тысяч единиц хранения. На выставке же представлено около сотни экспонатов, по которым можно отследить довольно сложную историю русского рубля. Первое его упоминание было обнаружено в берестяных грамотах конца 13 века. Тогда такое понятие, как рубль, упоминается при коммерческих расчетах. Именно с этого момента и начинается отсчет истории этой валюты. Изначально русский рубль имел форму слитка. Раньше его еще называли гривной новгородского типа. Весил такой слиток около 200 граммов. А вот почему в итоге его назвали рублем, на этот счет у ученых есть несколько версий. Предполагали, что, возможно, эту палочку рубью ели, и производный вот этот кусок от нее назывался рублем. Но сейчас остановились несколько на другой гипотезе. Когда отливали новгородскую гривну, то на ней был характерный шовчик. А слово «рубль» означает, помимо не только производное от глагола «рубить», может быть, а это шов, рубец, кайма, краешек. Вот. Возможно, вот из-за этого шовчика на этой гривне гривна позднее получила такое название «рубль». К 15 веку гривна постепенно выходит из обращения. Появляется множество монет различного достоинства, но рубля среди них нет. Он становится чисто счетной весовой единицей. Как нечто осязаемое, вновь он появляется в 1654 году. Именно тогда царь Алексей Михайлович выпускает первый русский рубль. Сырьем для его чеканки стали западноевропейские талеры. Название этой монеты происходит от города Йохимсталь. Это Богемия или нынешняя Чехия. Сейчас город этот называется в Чехии Йохимов. Вот. И называлась монета Йохимсталлер. То есть монета из Йохимстали. Да? Потом ее стали просто называть талер. Вот эти талеры довольно в большом количестве попадали к нам в Россию в ходе торговли. И их использовали как сырье для чеканки собственных рублей. Но так как сырья все-таки было недостаточно, а собственных месторождений к тому времени мы еще не открыли серебряных рудников, значит, и жизнь этого рубля была непродолжительной, всего около года где-то примерно. Именно поэтому рубль тех времен является большой редкостью. Однако Рязанский Кремль такой редкой монетой обладает, и сегодня она занимает центральную часть в экспозиции. Серебряный рубль стал выпускаться при Петре I, ну а первые бумажные деньги появляются лишь при Екатерине II. Также здесь можно увидеть дореволюционные рубли и деньги советских времен. Когда произошла революция октябрьская в 1917 году, конечно, долго не могли наладить денежное обращение вообще в стране. Денег всевозможных вариантов было не просто масса, а я не знаю даже, какое слово здесь сказать. Вот. И где-то вот начиная с 20-х годов, с 21-го, 22-го, 23-го, 24-го, вот в этот период выпускали железные, уже не железные, а серебряные советские рубли. Потом опять их прекратили выпускать. Затем уже в советское время, в 1961 году, выпускают рубль, собственно, который, ну, еще многие помнят. После развала СССР, конечно, рубль претерпел множество изменений, но, тем не менее, он так и остался исконно русской валютой. Так что история рубля на этом не заканчивается. А тем временем в Рязанском художественном музее также открылась новая экспозиция. На сей раз зрители смогут увидеть живописные полотна и скульптуру, пополнившие фонд музея за 5 лет.
Одной из главных видов деятельности любого крупного музея является не только сохранение имеющихся фондов, но и их пополнение новыми произведениями искусства. Активная работа именно в этом направлении ведется и в Рязанском художественном музее. Его сотрудники продолжают традицию, заложенную еще основателями музея, периодически делятся с посетителями результатами собирательской деятельности. И сегодня и рязанцы, и гости города могут познакомиться с произведениями искусства, которыми пополнились фонды музея в последние 5 лет. На данной выставке мы отчасти горды итогами вот этой работы, потому что здесь присутствует и западноевропейский пейзаж, предположительно художника 17 века Яна Бота. Здесь присутствуют и работы наших отечественных мастеров 20-х, 30-х, 40-х годов. Мы пополняем вообще коллекцию нашего отечественного искусства. И здесь, в общем, по хронологии, по времени представлены, ну, надо сказать, почти все периоды развития нашего отечественного искусства. От, как я уже сказала, 20-х, 30-х годов до вот современности. Последние работы датируются 15-м, 16-м годом. Пополняются фонды музеев различными способами. Что-то закупается на аукционах, что-то поступает в дар от самих художников или же от наследников мастеров. Таким образом, музею передал картину своего отца, заслуженный художник России Михаил Шелковенко. Поколение, которое прошло Отечественную войну, выжило, опять возродило эту жизнь, обрадовалось, что живы, стали изображать то, что им любо и дорого. И вот все эти ощущения подъема жизни, вот этой радости от бытия, во многих этих работах отражены. Они еще как бы не так, как современные художники относились к живописи, как к самостоятельному высказыванию. Да? Они изображали то, что им нравится в жизни. Вот. И вот здесь одна его работа представлена, вид из его мастерской на разлив Оки. Сейчас там на этом месте построены новые огромные дома, уже такого вида нет, поэтому некоторые произведения, которые здесь представлены, представляют собой не только художественное произведение, да, но они являются еще историческими фактами. Так что я думаю, всем стоит посмотреть эту выставку. Действительно, эта выставка будет интересна всем, как художникам и специалистам в области музейного дела, так и простым обывателям, которые, возможно, смогут открыть для себя новые имена незаслуженно забытых авторов. Как нам рассказали сотрудники музея, это лишь первая часть отчетной выставки. Вторая же откроется в конце декабря. На ней будут представлены рисунок и печатная графика. Организаторы обещают, что зрителей там также ждет много интересных имен и приятных открытий. Ну что ж, на этом наш первый зимний выпуск подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых, интересных, чудесных событий. До встречи!